много можно говорить о результатах по борьбе с паразитами. Ну, три случая у меня было с тониозом, когда мужчины приходили, и никто не мог определить, почему же страдает ЖКТ, почему они теряют вес, почему они бледные, обессилевшие, потому что эти большущие цепни высасывали все силы, все вещества, все то, что полезно было в клеточках, в органах, они все высасывали. После выставления, определения конкретно, что там был тониоз, мы поставили, я выставила программы, соответственно, по борьбе с этими паразитами, и, соответственно, ставила еще и базовые программы, нематоды, комплексные, вот, все дренажные, детоксикационные программы. И хочу сказать, что это все было очень как бы мягко, просто и легко, потому что эти паразиты, их просто частоты поразрывали и как бы выходили эти уже куски, можно сказать, как бы, ну, не страшно для глаза, потому что то, что я спрашивала, и то, что говорили пациенты, они говорили, много слизи выходит, да, или как бы как какая-то кожура, вот как змея теряет шкуру, да, линька идет. Вот так эти паразиты выходили очень мягко и без никаких таких стрессовых ситуаций не было, когда увидеть этого, ну, это вообще уже очень страшно и очень неприятно.